Еще одна интересная игра против интересного соперника. Такого, который может мне навалять. Этот парень любит рапторов. Особенно два отряда. И любит сразу же тычить. Блин, точнее нет, он сейчас поставит храм вот этот вот, келеказарму свою, очень быстро. Первый отряд космиков отправит ко мне. Поэтому мне нужно просто... На первую атаку волну я пытаюсь отбить скаутами, снайперскими винтовками, потом придет его лорд. Тут уже нужно будет, чтобы герой разобрался. То есть скаут и герой против его юнитов и герой тоже. Чего-то другого я от противника не ожидаю, тем более расстояние очень маленькое. Эту точку даже можно не брать, потому что я ее не успею захватить никак. Мне ее не дадут взять. Я на реликт вообще не пойду. Вот-вот-вот, пришли. Мне некем. Отлично, пускай. Пускай берет. Давай, забирай, снимай. Дальнюю стал брать. Герой пускай идет сюда воевать. А эти трое справятся сами. Ну, собственно, и все. Вот твои рапторы. Один отряд назад перехватывать все будет. Летать он больше не может. Он полетел сюда. Отстреливаю рабочих. Тут должен быть где-то, потому что надстройка есть. Да, вот он. А мне пофиг. Рабочий умер. Да, умер. Ну, урона вообще никакого, потому что нет морали. Это уже плохо. Становлюсь в укрытие. Здесь рабочий. Сектанты, скорее всего, берут реликт уже. Ну все, давай, воюй со мной. Потому что сектанты, да, здесь вот он. Под точку, которая улучшается, сейчас поставлю. Почему он не пошел дальше, я не знаю. Ну-ну-ну, останавливайся. Здесь что происходит? Здесь убивают наши. Понятно. Почему не захватывают точку? Я понять не могу вообще.
Еще отряд космиков бахнуть надо. По экономически мой противник меня опережает, я так понимаю. То есть это не секрет. Не везет ему вообще никак. Точка улучшать начинает. Есть. Отряда нету. Нет. Не выстрелили. Ну, в принципе, что тут можно делать? Да, все что угодно уже можно делать. Противник тоже сейчас будет ставить героя, будет строить он. Собственно, так вот. Ну, я пока атаковать не спешу. Тут генераторчик, мы сносим ему. Если он против, то... Что он сделает тут? Уходим. Тут что? Тут какая тут разница? Там без разницы, там герой вообще никак не получает урон, его можно забыть о нем даже и не контролить. Что-то тут бежит, еще отряд рапторов. Потрясающе. Сюда бежишь. Т2, где мое Т2? Скаут помер, потому что я его не доконтролил. Т2 у противника уже есть. Неприятно может получиться, что все, давайте атакуйте. Т2, и мне надо... Нужно серый рыцарь. Тут дофига у меня. Чернокнижника нужно уничтожать. И, собственно, сейчас мне только в контратаку переходить, потому что иначе... В противном случае мне совсем кирдык. Очень много влияния, очень.
очень много влияния, я его не трачу ни на что. Это вообще печально. Эти генераторчики может у противника посносить, если таковые имеются. Уходи. Это три, наверное. Лорд? Лорд вылазит сейчас. Или Берзеркер. Ну, Берзеркер это провальная тактика, если честно. Что я их застаню сейчас. Сейчас Раптору. Т3, наверное, нет, все, нету там Т3 никакого. Если я проведу все нужные улучшения, то это будет круто. Я так против Т3 пытаюсь тут сыграть как-то. Я буду с тобой бегать, стреляй, да и все, умирай. Захватывает? Ну давай-ка мы с тобой посоревнуемся, кто круче у нас. Что ты бежишь? Нет, я от точки убегу сейчас. Все нафиг. Что тут происходит, понятно. Даже не отхватил, забыл, наверное. Собственно, рапторы. Где нафиг от меня? Сейчас очень прикольно было бы его просто заспамить. Но, молнии нету, нету молнии. Да, но в итоге меня-то заспамили тут получилось. Хотя, серый рыцарь есть? Нету, нету серых рыцарей, это вообще печально. Но можно сделать очень прикольно сейчас. Снимаю точки, потому что противник там буянить. Потерял капеллана, я вообще офигел. Сейчас надо глайдеров, много-много глайдеров. В принципе, что тут нужно? Снять точку. Даже не буду тратить на это деньги. Ну да, у меня там уже серые рыцари, глайдеры строились и два отряда космиков. Пусть и с огнеметами, которые бесполезны против тяжелой пехоты. Но очень хорошо против легкой и против зданий. Игра была интересная.